Приветствую вас, драгоценные мои смотрители. С вами мэтр Евгений. Мы сегодня на реке Шепш. Будем сегодня разговаривать. Да, просто так будем болтать. Ну, будем говорить о силе духа, о силе духа. Я вообще, честно говоря, удивлен вообще сильно. Я вот рассказываю тем людям, кто меня смотрит, я говорю, вы рабы. Мы в дерьме. Не, ну, конечно, я говорю, что я раб тоже. Ну, понятно, что я раб тоже. Хорошо. Мы рабы. Мы в дерьме. It's my life and it's now or never. А рабы, это звучит гордо. Свобода — это рабство. Как там у Оруэлла? Там, свобода — это рабство. Поэтому мы рабы. И звучит это гордо. Что за это грандиозное и прекрасное будущее они будут бороться со всей революционной страстностью и неколебимой преданностью делу коммунистической партии. Вы из нас сделали рабов. Мы что, здесь рабы? Он отвечает, да. Я в школе на доске писал. Мы не рабы, рабы не мы, понятно? Понятно тебе, одному, второму. Это дело прошлое. Думайте о будущем, и это будущее начинается уже сегодня. Великая Россия поднимается с колен. Так как у нас нет иных целей, кроме целей партии, нет выше долга, чем отдавать все свои силы, знания и опыт процветанию любимой Родины. Я просто похлопаю. Я думаю, какое-нибудь видео скоро запишу, что надо. Буду пропагандировать рабство как высшую степень самоосознания и развития человека. Основная фишка это в том, что если что-то вот постоянно повторять, то это будет откладываться. Несмотря на то, что аффирмации не работают, ну, скажем так, в краткосрочном периоде, потому что обычно силы воли не хватает для того, чтобы их в течение года, допустим, говорить, что моя жизнь становится лучше и лучше во всех отношениях. Я просто похлопаю. А что, так можно было, что ли? Ну да. Тьфу ты, блин! А почему не хватает? А не хватает, потому что тот, кто действительно является властителем дум внутри, и тот, кто является руководителем, он говорит, ну, пошалил и хватит. Немножко там поболтал и хватит. Понятно тебе? Тебе одному, второму. Но, тем не менее, допустим, средства массовой информации, они почему-то не останавливаются. Они продолжают бомбить, бомбардировать нас разными событиями. И как-то не удивительно, как-то странно, что почему-то они негативные, формируя таким образом фон. Ну, в принципе, когда фон есть, да, подтверждается, который каждый день какими-то негативными информациями, в принципе, и из этого вырастает убеждение, что мир вообще, он враждебен, он опасен. И для меня, конечно, удивительно, я еще раз скажу, что я вот тоже, в принципе, какой-то негатив, вот, по сути, я же рассказываю в видео какой-то негатив. Там, мы рабы, мы поглощены рабскими программами, нас зомбировали, мы находимся под влиянием этих сущностей и эгрегоров. Это на самом деле матрица существует. Только не за... Вроде все плохо, но самое удивительное, что кто-то смотрит. Я понимаю, да, что... Ну, это, наверное, просто у людей психотравма случилась после того, как они перестали верить в Деда Мороза, и уже им все равно, что смотреть. То есть после того, как они узнали правду, узнали, что Деда Мороза нету,
Они уж готовы и про рабство, все что угодно. Это один из тех. 8 месяцев я его ловил. Как ты понял, что он не Дед Мороз? Вот, ну, тем не менее, хочу сделать прямо такой огромный, прямо такой большущий, такой комплиментище, такой комплиментарный комплиментище. То, что все, кто вообще там, я не знаю, есть ли такие, кто посмотрел все видео, но они очень, у них есть сила духа есть. Вот, и я планирую выпускать такие аудио сеансы, где мы будем пробуждать нашу силу духа, прямо ее мощную, такую прямо сильную, чтобы ее пробуждать и чтобы, собственно говоря, жить по своему предназначению, по мечте по своей. Нам и мечтать запрещают, и многим людям приходится даже ходить на марафон желаний, чтобы разрешить себе помечтать. Хочу там, не знаю, не, ну я хотя бы помечтаю, ну разрешите мне хотя бы помечтать. Так и быть, я разрешаю мечтать всем зрителям моего канала. Ладно, да ладно. Я даже не ставлю такое жесткое условие, чтобы обязательно они были подписаны. Я разрешаю всем, кто посмотрит это видео, я разрешаю мечтать, я разрешаю самостоятельно принимать решения в жизни. А что, так можно было, что ли? Вот прямо берете и принимаете, я разрешил. Ладно, да ладно. Если кто-то, какое-то чмо позорное там, либо другой еще кто-то, попытается вообще сказать, а ты что тут сам решаешь что-то все? Если вопросы будут, отправляйте ко мне. Знаете почему? Ну потому что у меня всегда можно зарядить 3-литровую банку и сделать ей клизму. Человеку станет легче. Человеку просто тяжело жить. Тяжело жить. Он думает, почему подходит к вам с претензией? Ты кто такой? Ты что тут делаешь? Ты что, сам тут самый умный? Просто ему тяжело жить, у него внутреннее сопротивление. Нужно помочь ему и дать клизму. Пусть он очистит это из себя. Очистит, очистит. Профессор, начинайте промывание. И все будет хорошо. Не надо говорить, что ты дебил, и тебе надо сделать клизму. Нет, скажите, это все он. Я насмотрелся его видео, поэтому я стал такой дерзкий. Под придурка решил косить. Пошлый трюк. Так, что еще разрешаю? Так, значит, разрешаю самостоятельно принимать решения в жизни своей каждому. Каждому. Разрешаю. А что, так можно было, что ли? Ну да. Тьфу ты, блин! Разрешаю зарабатывать много денег. Разрешаю быть радостным. Прямо вообще. А прямо вот пускай душа-то развернется как следует. Разрешаю быть счастливыми и наполненными любовью. Вот, вот к этому уже стремиться. Что вы там придумаете, какую-то ерунду? Не занимайтесь ерундой. Прямо чтобы, а! Я ведь говорил, что насмотритесь моего видео, а потом будете счастливыми, и потом будете меня в комментариях ругать. Я предупреждал. И этого не будет. Кто сильно не сдержится, так и быть, пишите. Ну просто зачем на меня клеветать, что видео насмотрелись и стали счастливыми лишний раз? Скажете, что это я вас сделал счастливыми. Нет, сила духа, только сила духа. Пишите в комментариях, что вам еще нужно разрешить, на что в жизни дать разрешение. Я даю разрешение.
Да. Да все делать что угодно, да. Так, в прошлом видео я снял с глаз порчу, проклятие. Теперь снимаю проклятие. Все. Снял проклятие. Ну все. Пишите, что еще надо снять. Мы все снимем.